Четыре танкиста и собака. Третья серия, где мы, там граница. По повести Ежи Пшимановского. Авторы сценария Ежи Пшимановский и Станислав Воль. В ролях Ольгерт Роман Вильгельми. Накормим пса пред ночом. Гуслик František Печка. Только звичаемы, а то важна гра. Оператор Ромуальд Кропат. Общах полно бзу. Где ж тен свят? В роли Янока Януш Гаец. Пелен добрых снов. В роли Григория Владимир Шпресс. Мы четырей панцерни, рудых и наш пес. Мы четырей... Директор картины Ежи Нитецкий. Повручимы верни, повез... Режиссер Конрад Наленский. Пробка. Стоим. Стоим. Что там случилось? Ничего, Пробка. Спи спокойно. Что, уже? Морда. Ну что, хочешь выйти? Ну иди. Иди гуляй. Что там есть? Что там? Что за хаван? Что за шум? Собака лает, вы ржете, как жеребец. Сообщу командованию, что у капрала косы еще молоко на губах не обсохло. Сообщаю вам, что это тигр. Где? Ну вот, этот танк.
А я думал... На дороге разбитый танк, а вы спите. Ты, ну-ну, я сдал. Поехали, поехали. Так есть. Слушаюсь. Граб, Яка, Яка, где вы находитесь? Прием. Я граб 3, уже трогаемся. Мчимся к тебе, Лидка. Глупые шутки. Что там было? Пробка. Ну, так веди машину так, чтобы наши папа с мамой из-за нас не плакали. Ну и девушки тоже. Да. Ни мама, ни папа. И ни девушки. Янок. Ну? Что там у тебя? Все в порядке. Температура воды и масло нормальные. Я не об этом спрашиваю, а так, вообще. Спасибо. Не хитри. В экипаже обо всем говорят. Хорошо, все в порядке. Время сменять. Разбуди Джигита. Джигит, Джигит. Эй, Джигит. Джигит. Добро. Ладно, ладно, иду, встаю. Иди спать. Полковник-то вырядился как на парад. Ближе, хлопцы. Ближе, ребята, ближе. Сегодня праздник, ребята. Идем через Вислу. За Вислой гвардия заняла плацдарм. Гитлер бросил одну танковую дивизию, бросил вторую. Мы отбились. Он бросил третью танковую бригаду. Германа Геринга. Прорвал наш фронт под Студенками. Тяжело там теперь. Очень тяжело. Командующий фронтом посылает нас на плацдарм. Я знаю, что вы гвардия. Готовьте машины. Скоро переправа. Идем на ту сторону. Помните, обратной дороги нет. Там, где мы, там граница нашей Родины. Это все. Поручик Ярош. Прибыл. Машины переправляются после первой роты, так точно. Ну, хорошо. А экипаж как, на пятерку? Об этом мы можем говорить только после первого боя. Я бы хотел иметь с вами хорошую связь. А эта штабная телеграфистка говорит, что она плохо вас слышит. И все время какие-то глупые шутки. Янок оставил свой шлемофон на могиле повара, и теперь у него старый. Почему ничего об этом не сказали? Передайте ему в подарок. Это мой собственный, и скажите, чтобы никаких глупых шуток в эфире.
На пром. Ну, вперед. Почему ты, девушка, в платке? Капрал Кос извиняется за шутки по радио. Если вы хотите обратиться к командиру, то должны попросить разрешение у старшего по званию. Так точно. Прошу передать командиру взвода цветы. Янек. Ты такие рукавицы дал Литке на зиму? Это что, вторые? Это те же самые. Мы все повыбрасывали. Шарик. Осталось только два комбинезона и подстилка для шарика. Выбросить? Если будет нужно, выбросим все. В машине не должно быть ничего, чтобы нам мешало. Ничего, что могло бы сгореть. В наступлении главное быстрота. Ищи врага там, где он не ожидает. И если уж двинулся, иди вперед. В обороне закопайся в землю по уши. Подпусти близко и бей наверняка. Еще связь должна быть. На. Это подарок от полковника. Еще трубочным табаком пахнет. Это для тебя хороший признак. От полковника? Правда? Правда? На, откагал. Чей он? От полковника. От полковника. Зачем ты сейчас морочишь себе голову девушками? Вот будешь генералом, они сами придут. Да-да. Она, видишь, сама еще не знает, где ей лучше. А звездочки уже любит. Приказано машины к переправе. По машинам. Мост взорван. Артиллерия бьет так, как будто кто-то швабом подсказывает, куда надо стрелять. Эй, ты! Что случилось? Вам надо подождать, первая машина уже пошла. Недолго это продлится? С полчаса. Этот, который их огонь корректирует, наверное, косой. А я бы поплавал в Висле.
Первый раз за 5 лет. Тут чертовски широко. В такой реке я еще не купался. Идите и возвращайтесь быстрее. Собака остается, если что. Шарик, сторожи. Мне заставили. Меня опять оставили. Ты как ребенок. Здесь будет хорошо. Ну давай. Ну как? Здесь теплая вода. Подогревается. А вот там дальше холодней. Воздух. Воздух. Как мы теперь вернемся? Будем пробираться кустами. Ну, проплывем немножко, потому что здесь по берегу-то он бьют. Купаются и купаются. Умный пес. Ну иди, ищи хозяина, ищи. Ищи, Янка. Ну иди. Умная собачка, иди. Баба. Черт. Я Густав. Hörst du mich? Ja, 12,1. Ja, gut. 25, ja, gut. Johann, hörst du mich? Gut. Ja? Ja? Hier, Gustav. An dem linken Weichselufer sind polnische Panzer. Maul halten, Hände hoch. Hans, Hilfe! Hans, wo bist du? Hans, Hilfe! Hans, komm doch schneller! Hans! Шарик! Ну вот, теперь и пес пропал. Паром пришел. Давай быстрее. Механик, двигайся. Быстрее! Иду.
Давай, двигай. Хорошая дорога. Это те, которые огонь направляли. Расскажите потом. На паром. Пленных к полковнику. Ну, фрицы, вперед. С шариком мы бы тоже справились. Не болтай. Как он тебе дал, так ты и пистолет потерял. Как думаешь, полковник напишет в приказе... Про пистолет? У них было больше счастья, чем разума. Ну что сказать полковнику, что они хотели выкупаться в Висле? Хороший конец, делу венец. Ну и жизнь. Снимите это. Снимайте все это. Я не у мамки на песне. Все у нас моя подвала. Давай. Ну подожди. О, так подожди. Вот так это делается. Правильно, правый паром. Командиры потеряли создать порядок погрузки. Поручик Ярош, поезжайте прямо на фронт, под Студзянки. Получите проводника, во время движения переходите на перехват. Поручик Ярош, под Студзянки. Они у нас как штык у горла, если не успеем. Пошли, вперед! Справа две воронки от бомбы. Две воронки от бомбы. Ну, сейчас можно. Прибавь газ. Thank you.
дальше. Командир роты убит. Танки. А сколько? Один мы подбили, другой идет. Гранаты кончились. Давай, давай вперед! Вперед! Слева тигры. Заряжай бронебойным. Огонь! Женщина! Григорий, вперед! Успели мы в самое время. По той стороне просеки наши орудия. А за пригорком наши минометы. А перед нами, кроме фрицев, никого нет. Помните, обратной дороги нет. Там, где мы... Там границы нашей Родины. АК, я граб 3, прием. Яка, прием. Есть. АК, я граб. Мы находимся 23-32-41. 37. 37. А всего 133. Что 133? Как чего? Поцелую. Успеха, ребята. Позиции удержим. Помни, 133. Помни, 133. Прочь на подслух. Вернись на перехват. Я Береза один, внимание. Яка, прием, прием. Береза? Береза 2, получил. Крупнокалиберным заряжай. Справа противник, иди в атаку. Береза, это третья рота. АК-5, ты меня слышишь? В край мотора, баки горят. Береза 2, слышишь? Спокойно, выключи. Что с ними случилось? Дрались, а что дальше, неизвестно. Там было жарко, а у нас тишина. Здесь у вас как у мамы. Ни один фринц не подойдет. Мои гвардейцы будут вам фланги защищать. Ну что там? Окоп закрывает, я и не постреляю. Выйду и буду вас страховать, да? Сержант, такого стрелка грех в коробке держать. Ну, конечно. Пойдем.
Весь магазин. Возьми обойма. Хорошо. А я? Ну, заставили. А меня оставили. Сжимайся. Держись. Я Волга. Я Волга. Не стрелять. Устроим засаду. Подпустим их ближе, и только тогда... Что это? Это не... Ерунда. А что ты на меня так смотришь? Ничего. Я Волга. Передаю трубку четвертому. Я 04. Кабаны в лесу на месте. Если бы не они... Помогли вернуться? Да, готовы. Перенесли огонь. Не стреляй, не надо. Не надо, не убьет. Которая убивает, не свистит. Как по-польски пуля? Пуля. А хлеб? Хлеб. А враг? Врук. Тоже красиво. Ах, палки-елки. Ёлки? Это ты? Федор! Ехал! И доехал! А где твоя собака? А ведь даже в вагоне. Помнишь, в вагоне. Да. А ты меня как ты? Ёлки-палки, а ты сержанта не узнал. Я... Баштанг довёл. Я ведь... Что... Я понял, что где-то его видел. Потом. Вот и встретились. Довольно. У нас мало амуниции. Назад! Отступать! Быстро!
Что случилось? Отступаем? Бьют мне по цели. Янек! Я здесь! Что случилось? Ольгерт велел посмотреть, где ты. Шарик хотел к тебе, скулит все время. Янек, идем обратно в машину. Что ты? Это Федя. Палки-велки, помнишь? Я принес новые диски. Дай пустые, я заряжу. Мне скучно. Вы тут воюете, а я без работы. Опять лезут. Ну, одного мы сделали. Ну, держитесь. Елки-палки. Ёлки-палки. Ярик! Ну, давай. Смело, смело, это гвардейское вино. То, что союзника угощаешь, это хорошо, Федя. Но кто тебе разрешил тронуть неприкосновенный запас? Разве был приказ? Нет, товарищ сержант. Ведь это трофейное. Ах, трофейное. А где твой? Покажи.
Мой пропал. Найти не могу. Товарищ сержант, голос знакомый, а узнать не мог. Ну, мы с тобой поговорим, Федя. Товарищ сержант, за здоровье союзника. Это тот, который меня в поезде угостил. А его пес чуть мне ноги не отгрыз. Пьяный Федор? Ты что, пьяный? Уссурийский стрелок. Как мундир меняет человека. А отца ты нашел? Не нашел. Я вас не мог расспрашивать. Фамилию не помнил. Черноусов. Мою фамилию легко запомнить. У меня усы черные. Ну, Федя, давай выпьем за здоровье. Вот, война кончится. Приглашу вас к себе домой. Янек. Я до вас. Пойду посмотреть, что с этим подбитым тигром. Я понимаю. Я скажу моим, чтобы не стреляли. Я пойду первым. Я лучше умею ходить по лесу. Только будь осторожен. Товарищ лейтенант, за здоровье Янека. Молодец, парень. Сюда. Я пойду первым. Прикрывай. Танку, нема никого. Все в порядке, никого нет. Если тепло. Еще теплый. Что с тобой? Что с тобой? Тот немец. Где? Где? Возле гусеницы тигра. Ничего, мертвый нам не помешает.
Ольгерт. Ольгерт. А это Яго. Но это я ведь... Не мы начинали эту войну. Вспомни о своей матери. Вспомни, что ты видел в Гданьске. Мы будем помнить о том, что это люди, как... Около сидения механика из люк, найди его и открой. Как откроешь, сообщи. Они уже там. Ага. Тихо, Шарик. Тихо, Шарик, тихо. Уже все хорошо. Ах ты, Шарик, хороший, хороший. Башню повернули. Молодец, парень. Что там у тебя? Пожалуйста, есть прежде. Все в порядке, есть проход. Готовь снаряды, пусть будут на готове. Сколько их? 21. Заряжай. Готов. Готово. Вышли на нас, как по заказу. Огонь! Заряжай. Готов. Огонь! Заряжай. Огонь! Елки-палки, береги патроны. Пока стреляют с тигра, принцы ничего не предпримут. Хороший стрелок. Хороший стрелок. В нас попали. Не болтай глупости, это рикошет. Заряжай быстрей. Готово. Огонь. Но, палец. Горит. Уже светает. Уходи низом. Готов. Это я сам его поджег. А я приляпал на него пятерню. Эх ты, вояка, я буду твой РП стеречь. Ты о РК мне не повешь? А ты РП не скажешь? Не скажу. Не говори. Ну хорошо. Прекратить огонь! Хорошо. Ну хорошо, хорошо. Хорошо. То было вот это было на пятерку. Три танка можно записать на вас, но один моим артиллеристом. А помните, товарищ старшина, как Федя выбрасывал меня с поезда? Не забыл. Я ему говорил. Где Федя? А где Федя? Thank you.
Палки-елки. Палки-елки. Как вы начали бить из орудия, то он высунулся и говорит: «Хочу посмотреть, как воюет этот парень». Ну и получил осколком. Как же это так? Не плачь. Гвардия смотрит.